Всем привет! Я пришла в фитобар. Вот так, фитобар, санаторий Октябрьский. Какие рыбки. Здесь тоже какой аквариум, а? Черепахи. Живые. Я сначала думала, что это игрушки. А черепахи-то живые. Я думала, говорю, они... Думала, да, игрушечные. Смотрела на них, смотрела. Вот такой хорошенький фитобарчик. В санатории Октябрьском. Фиточай здесь, вот. Желудочно-кишечный, общеукрепляющий, почечный, грудной. Все. Вот они. Смотрите на них. И два кролика. Прижались так друг к другу. Так я по-быстрому пробежалась по фитобару. Пока оно пустое. Думаю, надо вам показать. Русский рецепт долголетия. Ну все, на этом, наверное, пока. Кролики, пока. Кролики спят. Все, пока-пока. Пошла я дальше на... Это лечебный корпус. Я его вам еще не показывала. Скандинавская ходьба. Вот такой ресепшн. Доброе утро. Доброе, доброе. Лечебный корпус, санаторий Октябрьский, первый этаж. Делаем маленькую зарисовочку. Ага. Это спортзал. Еще здесь бассейн здесь. Я тоже его не показала. Сейчас спущусь и покажу еще бассейн. Вот такое бальнеологическое отделение, спортивный зал, лечебный бассейн. Ага. А вот и бассейн. Добрый день. Вот такой бассейнчик. Не буду заходить туда. Так, покажу вам, как он выглядит. Раздевалки. А, да. Хорошо. Хорошо. Ну, все тогда.
все. Ну все, на этом заканчиваю. Всем пока.